уже четвертый раз приходим и просим, чтобы нас услышали. Вот это куча документов, отписок, которые нам делают в течение 20 лет. 20. Фонтан нужно, я понимаю, не на той статье деньги. Но в конце концов 135 квартир. Передо мной выступала женщина, которая живет, я живу на третьем этаже. У меня крыши над головой нет, но было, что протекало, и мы тоже там кусочек ремонтировали. Крышу 135 квартир мы не отремонтируем. Нашей власти выгодно делать так, чтобы отчитаться. Вот мы сделали 39 домов, как сказали мне, что вот у нас было там сборы были, и сказали, 39 домов в городке отремонтировали крыши. А мы что, прокаженные? Сколько лет такой дом, это ж, он имеет историческую ценность, он очень крепкий, все любят свой городок. Я, например, в нем выросла, я вдова воина-афганца. Я не могу выделить такие деньги, чтобы я могла отремонтировать там что-то. Сейчас на данном этапе я не могу ничего. И просим, просим, сколько уже вот... Я же говорю, это не просто так я принесла. Это ужас, ужас, который творится, вы себе не представляете. Деревья растут на крыше. Деревья. И то, что вот сейчас передо мной говорила женщина, что у нее лестница, пожарная лестница, которая весит тонны. Тонны весит, не одну, наверное, тонну. Если она сорвется, она с собой потянет там... и никому дела нет, понимаете? У нас же пока не клюнет, не перекрестится. Вот и все. Я не знаю, что делать. Ну, надо как-то изыскать, куда уже обращаться. У нас было уже такое желание написать в защиту прав человека, обращаться к Трампу. Ну, что делать, если вы нас не слышите? Что?